Всем привет, меня зовут Андрей, и разрешите вам представить мой обзор, так сказать, первый опыт кроссовок Adidas Terrex с Gore-Tex. Вот, собственно, так они выглядят после первого использования в боевых условиях. Штучка для шнурков нормально отработала на левом, на правом выскочила. Я всегда был рад колодке Adidas, она снова не подвела, кроссовки достаточно удобные. Вот, посмотрим на подошву. Из подошвы уже выпало достаточное количество грязи. Вот. Грязь здесь оказалась залипучая, такая нормальная, качественная грязюка. Кроссовки цепляли хорошо, но, естественно, до той поры, пока на подошве не налипала достаточно толстая борода из грязи. Вот, и получалась грязь об грязь. В общем, цепляло не очень хорошо. Что хочу сказать насчет Gore-Tex. Правый кроссовок я макнул в ручей. Вот, а левый просто заморал. Да, вот эти вот штуки разблокируются не очень быстро и не так качественно, как Соломон. Затупливает. Вот. И ноги. Ноги влажноватые. То есть можно сказать, что Gore-Tex, который находится внутри, отработал, ну, не очень хорошо. Собственно, были бы они с Gore-Tex, без Gore-Tex, особой разницы, я думаю, что не сыграло бы. И тут вопрос лишь в том, хотите ли вы, чтобы кроссовки быстрее сохли, либо нет. Я так полагаю, что с Gore-Tex они будут сохнуть чуть-чуть подольше. Вот, если заглянем еще внутрь, вытащим стельку. Стелька обычная, без ортолита, как я привык. Внутри все сделано качественно, тут претензий нет. Вот такой здесь Gore-Tex-ик. Подошвочка. Кроссовки в целом хорошие. Вот. Ничего плохого пока о них сказать не могу. Но хотелось бы все-таки больше от них продуктивности в плане водонепроницаемости. Вот. Ноги чувствуют себя достаточно комфортно, но все равно они влажные. И, на мой взгляд, это существенный недостаток. Ну вот, наверное, и все. Всем пока!